есть исполнение. Михаил Евграфович Салтыковщик. Ну, давай вернемся к нему. Когда идут
космическую правду, какой бы горькой она ни казалась, исполнил величайший музыкант 20 века Джон Леннон. Ну и по давно установленной в нашей программе традиции мы попробуем рассмотреть на карте мира географические объекты, которые несут в своих названиях эту самую правду. Правда. В Болгарии села Великокрымовской и Силистринской областей. Села городского типа в Холмском районе Сахалинской области. На Украине села в Одесской области и автономной республики Крым, поселки в Днепропетровской и Харьковской областях. Так что если кто-то захочет найти правду даже на краю света, то он ее найдет. И глубоко символичным является тот факт, что студия радио России, из которой я сейчас веду... Это Бавария, да, ребят? ...полагается недалеко от перекрестка с улицей Правды. Говорить правду и говорить о правде нелегко, но приходится. Ибо как долго кто-то не пытается скрыть правду, неважно от собственной жены или второго народа, рано или поздно она обнаружится и будет явлена миру. Главное, по меткому выражению великого писателя Василия Макаровича Шукшина, не говорить чего-нибудь в принципе дурной правды. И, конечно, человеку, который всегда говорит только правду, жить невероятно тяжело. И звали его оттуда на большой